Евангелие от Матфея, 23 глава, 27-28 стих. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Живые люди стояли перед Господом. Каково это им было слышать? Со всех сторон к нему: «Батюшка, батюшка», а Господь подошел, говорит: «Гроб окрашенный». Так что не просто 2-3 человека на Христа что-то имели, а он всех против себя восставил. Не случайно Матерь Божия и родственники посчитали, что он рехнулся, вышел из себя, что нормальный человек так не поступает. А в действительности это Христос Бог показал людям как: не льстите друг другу, вы ищете славу друг от друга, а от единого Бога не ищете. И вот уподобились гробам, не кто-то язычник, а евреи, дорогой избранный народ, оказался кладбищем. Значит, Господь, вывод отсюда один, что Христос очень-очень отрицательно относится к скрытому таланту. Гроб внутри мертвое, гроб в земле. И ходят, и люди не знают, что там есть. Я опять отношу все не к кому-то, а к себе, к тому месту, где я нахожусь. Люди, которые стояли рядом со Христом, ну ведь они поняли, что первое слово: «Горе вам!» Дальше определенная щетка: «Книжники, все, кто семинарию, академию оканчивали, из книжек не вылазили». Дальше: «Фарисеи и общая черта, все вы лицемеры». Это означает: до патриарха все одно лицемерие. Я опять обращаюсь вот к этому десятисерийному, земной и небесной, выпущенное патриархом. И вот что они там делают, ходят, фотографируют, все блестяще. Я только одно сидел, думал, и, конечно, время зря теряю: «Господи, ну неужели ни один из них там не верующий?» Я не мог ни одного увидеть верующего, тем более кое-кого знаю. Такие средства, там миллионы заложены туда, чтобы это все снять. И нигде нет того, что идите, люди, несите благую весть. Понимают, грамотные, там видно, что профессора, доктора богословия, это высшая степень. А на самом деле гробы окрашены, ничего нигде нет. Почему Господь говорит: гробы да еще окрашены? Потому что Иоанн Златоуст говорит: ты душу свою погреб в теле своем, как в гробу, она давно там сотлела. Она и писку боится издать, душа. Люди потеряли мужество. Даже не так: да что ты, я разве могу сказать? Я сколько встречался со священниками: ну ты видишь, что это неправильно. Ну почему ты архиерея не скажешь? А он сразу запретит. За что? За то, что правильно крестишь, запретит? Да. Допустим. Ну а если вас сколько священников в епархии? 130. Даже 30 человек начнут правильно крестить. Всех 30 запретит. Останавливаться нет. Ну ты покажи людям пример. Немужественный человек в рай не войдет. Участь боязливых в озере огненном. С патриархом говорим, ну, этим, с епископом. Вы там бываете с патриархом. Ну скажи, выйди из экуменического движения, это же соблазн. С еретиками, буддистами, мусульманами молитесь, стоите. Зачем вам это нужно? Да что ты, он сразу меня запретит. А Диомид Чукотский не побоялся и говорит, патриарха назвал Иудой. И пишет центральная газета об этом. Иуда назвал, и ничего он его не снял, с патриархом, оказывается, можно разговаривать. Я уже не раз вижу даже, выступают, да, есть такие, какие смелые, но никто не последовал, он так один и остался. А отсюда вывод: все остальные гробы окрашены, он не мог в крышку достучаться. Они все заканчивают академию, не закончив семинарию, священники сегодня не ставят, а ничего нет, они гробы. Сегодня апостолов ни одного бы не поставили священникам, они ничего не заканчивали. Петра бы никогда не поставили даже диаконом сегодня или священником. Апостола Петра — рыбак, ничего себе, тракторист, колхозник. Кто его поставил бы? Псалмопевец Давид, 118-й. Псалом 18 стих говорит: «Господи, открой очи мои и увижу чудеса закона Твоего». Вот что было сокрыто, надо открыть, чтобы это увидеть. Закон Божий оказался сокрытым. Я решил посмотреть, а что, где скрывалось? Все закрыто было.
Я вот с первого дня, как обратился, в православие коснулся ближе, и я понял, православие – это очень богатая религия. Очень. Здесь святые отцы, каноны, правила, уставы. А люди не знают. Рукоположенные диаконы, священники не знают правила. Я его называю книги, какие не знают. Ну, блаженный Афипелаг-то возьми. Ты хотел бы знать? Ну, конечно, это бы надо. Ну, почему же ты не приобрел? Из патриарх Петр Афея выпускал. А сейчас можно на аудиопленке. Ну, все это можно достать. Гробы окрашенные. А вот выйдет, раскрылатится. Я говорю, у вас рукава, как у цыганки платья. Ну, разве можно так? Для чего ты это делаешь? И здесь же показывает кино. Идет и 6 метров тащит шлейф за ним. Это... Ну, покрывало, за архиереем-то. Ясно дело, что он не побежит на ресталище, прекрасные ноги благовествующих мир. Куда он пойдет? Он одного шага не пойдет и запутается сразу. Ну, посмотри, как пророк Илья бежал перед колесницей, как шли апостолы до краев вселенной, что они так были одеты. А показать, что это изнеженность. Вот такое сибарица в пище, в одеянии и во всем. А само, это гробы окрашенные. Нас должно заинтересовать, а я лично, не гроб ли окрашенный? Я считаю, монашество строило только гробы. Такие таланты. Вот читаешь, гиганты духа мысли, такие как Арсений Великий. Самый умный, самый духовный во всей империи, восточной и западной, двух империях. И вдруг обет молчания полностью, ни одного слова не произносит. Не то, что он в монастырь ушел, его в пустыне найдешь, но и в пустыне он еще под землю спрятался. Это прям гроб. Гроб закрыл себе, а потом землю закопали. И ни одному человеку ничего. Пахоми пишет устав. Монахи не имеют права разговаривать друг с другом, даже когда работают. Даже когда идут в столовую, только голову опустить, куколь надвинуть на глаза и не разговаривать. Ни одного слова. Да это же гробы. Полное абсолютное молчание. Это строили гробы, украшали. А теперь ангельское звание. Да, ангел означает вестник. Ангел означает приносящий добрую весть. Это переводится на русский язык так. Открой, очи мои, и я увижу чудеса закона твоего. Господи, открой, и я увидел, закон прекрасен. Я стал ему говорить, а что ты баптист в Библии носишься? Ответ один, что в Библии... Значит, баптистам Бог открыл глаза, а нам не открыл. Если бы их не было, и я бы не уверовал. И вы бы сегодня это не слушали. Бог даст силу несокрушимую, когда у тебя будет слово. Господи, открой... чтобы во мне ничего не было сокрытого, чтобы не были мертвые кости, а живая душа заговорила. Надо все время в молитву эту вставлять. Господи, да не буду я гробом окрашен. Ну, внешне, да, мы вот окрашены, прекрасно одеты, у нас так по форме, любо мило посмотреть. А внутри, может быть, зависть? Да я не на это обижаюсь. Все-таки обижаешься? Если ты христианин, ты умер, тебя хвали. Тебя порицает, ты должен одинаково реагировать, как мертвец, лежащий под землею. Надо раскрыть себя, быть открытым. Поэтому с нами никто не открыт, потому что мы закрыты. Мне вчера звонит уже в полночь с Америки. Долго разговаривает. Вошли в ваш, говорит, сайт, считают здесь баптисты. Очень понравилось. Я говорю, а какой вывод? Этот человек ничего не скрывает. Они никогда не видели меня, только в книге вошли еще немного. Этот человек ничего не скрывает, он такой и есть. Я говорю, это правильно. Ты когда же ты увидишь, ты себя увидишь, какой ты есть. Ты дальше читай, ты увидишь, какая твоя бабушка, какие твои дети. Я ни одной строчки не написал, кому-то угождая. Ни одной. И в этом, как наша мама говорила, я в абортах каяться не буду. 12 родила, так и я. Я в этом каяться не буду, хотя я родил 30 книг. Я ни одну не убил мысль. Почему? А потому что слишком многие молятся об этом. Вы молитесь, еще многое может быть сказано. Еще источник не иссяк. Поверьте. Еще многие-многие должны это услышать. Сегодня у людей не хватает мужества. Мы должны выйти мужественно и вызвать с собой, как Маккавей. И весь Израиль тронулся. Псалом 14:12. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к погибели. Поясняет слово «кажутся». Они говорят, вы кажетесь людям гробами. И вот есть пути, которые кажутся прямыми. Ты пойди к католикам, спроси. Я признаю, католики вот в этом правы. У них, ну, не в таком виде рисуют икону. У нас нарисуют, другой раз думаешь, зачем же так нарисовано? А у них просто картина, пространственно, так хорошо. Ну, как посмотрю на папу Бритову,
все отвращает и все. А почему? А мы на ангела. Почему ты сверху на ангела похож, а не снизу? Ты все должен быть на ангела похож. Бороду сбрил, главное, и на ангела он похож. Ангельский чин. А ты языческий чин. Когда боярин состарился, продажи хотели ему молодость свою. Я признаю смело, вот у баптистов у них хорошо вот это, вот это. Вот сегодня харизматы, которые у них вот это. У мусульман мне нравится вот дальше, как они исполняют строгость. Я везде стараюсь взять хорошее. Но если оно не хорошее, я каждому должен сказать. Ну давайте так и поступать. Иначе будем гробы. Запечатанные, красивые, со знаниями. И мне с первого дня было понятно, православие это сокровищница. Это огромный сундук, наполненный бриллиантами, жемчугом, но закрытый на 4 замка, потаенный сверху, окованный еще лесами, и сверху замок еще нацеплен. Это церковно-славянский язык. Как Феофан Затворник говорит, наше богослужение настолько полное, что если его бы вы понимали, то не надо бы ничего уже толковать. Но на него накинули что? Церковно-славянский язык, самое главное. Дальше. Стоит, читает невнятно. Он что читал сегодня? Они сами-то ничего не понимают. Вот это вечернее-то. Значит, ну мы по-другому не можем, но внутри мы должны понимать, эти слова должны доходить до народа. Путь будет меньше, что ты стрекочешь, как сорока. Ну пусть один запев будет, но он должен проникнуть в душу. Запомните, наше богослужение все возвышенное. Такие возвышенные, что мы достать не можем, мы стоим, как гробы окрашенные. Пусть бы оно попроще было, как вот баптистские поем песнопения. Они маленькие, простые, но как они возбуждают душу к словословию Божию. Не случайно эта женщина воскликнула Златоусту, что веревки моего ума короткие, чтобы подчеркнуть воду. Ну, говори маленько попроще-то. А он там трансцендентное, все как сегодня, академист начнет говорить, и язык сломаешь. Первое послание к Коринфянам 12:22-23. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение, то есть прикрываем и прочее. Я говорю о прикрытии, что нужно. То есть, что не принято, что не показать, то и закрыто пусть будет. Но мудрость, почему? Скрытая мудрость и сокровище, какая от него польза? Допустим, я вот это, этим участком владею. А после меня кто-то начнет строиться и найдет здесь 2 тонны золота, спрятанные были какие-то годы революции. Как я потом буду жалеть-то? Почему же я не знал? Как люди будут жалеть на суде Божьем, что мы были в православной вере и ничего не знали? Глупее православных, кажется, никого нет. Вот выходят подряд, всех спрашивают и ничего не знают. Ничего совершенно не знают. Я не говорю там пророков, апостолов. Они то, что думают, знают, они не знают. Я говорю, а колокол для чего? Колокол. Ну, колокол. Он даже не знает еще. У колокола несколько назначений. Созывать на молитву это раз. И колокол разный. Бывает набатный, перезвонный, малиновый. Специально учатся этому. А главное, колокол похож на голову. На шлем. И там, которым бьют, называется язык. Что, дальше понятно уже? Они попытались звуком, ударом заменить проповедь. Вот все, больше ничего здесь нет. Это отговорка. Пусть все колокола уберут, но пусть будет проповедник. Колокола никогда Христе не смогут рассказать. Вера не от колокола, а от слышания Слова Божия. Это скрытые игры, это все гробы. И гробы этот колокольный звон сделал. Вот дальше что? Служба идет, люди не знают о Боге. Это все как раз строительство гробов шло. Люди ничего не знают совершенно. И ни один, ни два. Я разговаривал со многими священниками, ты свою пасту маленько хоть проверяй, что они знают. Да, они глупые, ничего не знают. А сколько ты лет? 30 лет на одном месте, и ты глупыми назвал. Народ невежда в вере. А почему же ты их не научил? Ты ни в одной секте не найдешь, чтобы сказали на своих прихожан, они глупые. Любая эгоистка, она идет по городу и везде свидетельствует. Ты раскопай эти таланты, направь их в одном направлении. Книга Судей. Судей, 17:6. В те дни не было царя в Израиле. Каждый делал то, что казалось ему справедливым. Это про нас. Главный закон спрятан. Кого бы ни спросил, скажите, вы знаете, что раньше 30 лет священники нельзя рукополагать? Знаем. Авакум в 21, Никон в 20 лет. Ну, то есть годы-то какие? Еще 10 лет ему надо было учиться и учиться. Ну, а поэтому вот и наворочили, что есть.
Я не знаю сегодня ни одного священника в городе, который был бы рукоположен по канонам. Патриарх раньше времени рукоположен, местный епископ, все священники знакомы раньше 30 лет. Ну, не раньше 30 лет, может быть, было не рукоположено, умер недавно один, потому что он в тюрьме просидел, там продержали, может, Господь его берег для этого. Каноны-то есть, а их не знают, поступают по-своему. Каноны просто говорят, человек не исполняет пост, он отлучается от церкви. Посты-то вот эти вот, они не евангельского уложения, но их надо соблюдать строго. Мы православные, мы согласились, принимая православную веру и все, что в этой вере есть. Не пропускать службы. Я постоянно твержу, что 40, Господи, помилуй, это вредно. Но я буду стоять и, опустив голову, молиться в это время. А не так, что не надо, я их вычеркну. Не пропусти ни одной службы. Я умом это только понимаю. Но должен принять, что есть. А сказать 40, это смертельно? Нет, это не смертельно. Ну, тогда все ясно. Это не смертельно. Но человека это не возвышает. Это показывает неверие. Я легко это докажу. Ты 40 раз подряд скажи «Аллилуйя, аллилуйя». Слава Отцу и Сыну, слава Вышних Богу, как ангелу славят. А Господи помилуй, два раза сказал, больше нет нигде, во всей Библии. И слово Аллилуйя даже два раза нигде нет в Библии, а Аллилуйя много раз говорится. Понятно? Но ты маленько прислонись к Библии-то и не спорь. Все остальное люди придумали. Вот это означает, мы гробы украшали, украшали, а внутри человек не обратился к Богу, не воскрес, и ничего нет. Ничего туда нет, если главного-то нет. Христа-то человек не знает. А все остальное только украшение внешнее. Это, говорит, церковь благо украшалась. Первая книга Царств. 13.4. Паралипоменон, вернее. И сказала все собрание, да будет так, потому что это дело всем казалось справедливым. Я говорю о справедливом деле, которое должно быть открыто. О чем? Храм строить. Объявили храм строить. А вот мы должны знать, что храм главный – это тело. Когда Христос говорил о храме, никто не понимал его речи. На родном еврейском языке, а он сказал о теле своем. Павел говорит, разве вы не знаете, вы храм Бога живого? Давайте созидать этот храм. Наступит день, последний час, и мы уйдем отсюда. Если храм этот наш будет не построен, а будет только гробом, а в храме что должно быть, если тело храм? Это пение, благословение, фимиам, фимиам означает молитву. Это тело свое надо беречь. Беречь и держать его строго в норме. Я не случайно все время говорю, что лишний вес убирайте с себя, раньше вставайте, ну, живите более сжато. Это храм, и он украшается. Вот у нас есть, вначале поститься там, что, и видишь, прям похорошели сразу. Даже вид-то меняется, утягивается. Вторая Маковейская, 1.13. И с ним войско было, которое казалось непобедимым, но они поражены были в храме. Если Господь открывает нам истину, и мы знаем, что храм это драгоценно перед Богом, то и враги здесь погибнут. С нами ничего не смогут сделать, если мы крепко, твердо будем держаться того, что я должен спастись, непременно спастись, этот храм донести до неба. Книга Судей, 9 глава, 36 стих. Я все хочу посмотреть, где людям кажется что-то. Тень от горы, говорит, падала, на самом деле шли войска. Я подумал, вот так приближалась революция. И все это баюхали, ничего не будет. Иоанн Кронштадтский это видел, и ни с места никто не сдвигал. Если бы хотя лет за 50 раньше стали точно по Евангелию, гробы эти распечатали бы, чтобы кости эти ожили, никакой революции бы не было. Столько было ревностных людей в монастырях, эти герои веры были, самые настоящие. Но герои веры не евангельской. И поэтому Слово Божие не понесли. Их с первого дня учили запрись, сиди, не высовывайся. Сёрмон-настоятель не сказал, Ава не сказал, и слушайся его, запятая, как Бога, с большой буквы. Повернули-то в какую сторону все. И получились одни гробы. Пришли хулиганы, пришли люди, которые не верят в Бога, и разрушили в один раз. И по сегодняшний день, считай, зарубежные журналы, местные, как так? Вся Россия православная была, тысячи храмов, и как в один день оказались на той стороне? Это внешне оказались, они никогда на нужной стороне не были. Они сегодня ничего не понимают. Повторяю, 10 серий, и нигде ни одного слова о покаянии.
о том, что Библию не дали народу, люди не знали Христа, все храмы, мощи, храмы, крестные ходы. Я всегда знал, что Петр Первый – это антихрист. Но здесь сказали о нем хорошее. Он был против монашества, четко и ясно, всех этих паразитов выковырнуть из-за стены, чтоб каналы копали. Дальше. Крестных ходов, чтобы не было. Чтоб часовни на перекрестках не ставили. И дальше все остальное, о чем я говорю, Петр Первый все это говорил. Конечно, они все исполнили, ну, показано, как это надо было, но не сильно на него были недовольны именно за это. Это самое правильное, что он сделал. И нигде ни против какой проповеди не был против. Это антихрист. Но ему Господь открывал, потому что за него молились. Он имел помазание Божие на императорство. И больше ни один царь так не понимал. И он уменьшил количество монастырей, имений, земель, их, наверное, раза в 10 сразу. Сказал, всем идите работайте, а работайте, это означает, с народом будьте, идите благовествуйте. На нас, может быть, больше повлияет антихрист, чем настоящий царь-император. Книга 1 Царств 18:23. И сказал Давид, разве легко вам кажется быть зятем царя? То есть все это людям кажется. Разве легко быть христианином? Разве легко быть сыном царя небесного? А Господь нас называет невестой, а он есть жених. Легко ли быть невестой царя? Ты все время помнишь, что ты венчанный царю. В день крещения, говорит, сосчитываешь ли в крещении? Было это. Да трижды говорили. Да сатану-то мы как оплевали там. Все через левое плечо. Он все еще оттереться не может. Или все-таки вернул нам эти плевки теперь? Гробы-то окрашены, все самими собой заплеванные. А если уж отрекся, все, в гроб этот я добровольно не полезу. Я понимаю, что со мной хотели бы сделать, в гроб меня заколотить. То есть, чтобы нигде не говорил, никому не возвещал и прочее. Но только скажи, как все. Ну, один раз скажи, как все. Как все, это может совсем не спасительно быть. Мы должны говорить, Господь близок. Господь послал слово свое, грозное оно, как меч проходит по земле. Итак, покайтесь, веруйте в Евангелие. Священники заблудили народ, они не знают. А почему? Да мы знаем, в Ветхом Завете были. Они подали первые голоса на распятие Христа, он не нужен был. Ты пришел, зачем? Ты мешаешь нам царствовать. Евреям 12:11. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Что сокрыто под наказанием? Все видят, скажи так, я верил и прочее. Я хочу распечатать то, что, как в гробе, неправильная мысль у человека заложена. Доставляет мирный плод праведности. Раскупори свой разум. Бог тебя наказал, а потом даст через это добро уразуметь чего-то. Гонение какое. Бог опять что-то хочет сказать. Сегодня он наказывает, мне это непонятно, как в гробу все заложено. А ты распечатай это и увидишь мирный плод праведности. Родные там притесняют нас, соседи враждуют, притом беспричинно. Ты еще не понимаешь, всякое непонятое Божье действие, это как в гробу запечатано, я вот что понял. И это надо распечатать. И дальше ты увидишь мирный плод праведности, когда будешь жить праведно, и ты будешь мирный, не будешь враждовать. Книга числа, 22 глава, 6 стих. Итак, приди, ему говорит Валаам, и прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его. Вот это слово «может быть» встречается чаще всего там, где люди ищут своего, а не Божьего. Может быть, я тогда как-то сумею из этого положения выйти. Нам из гроба никогда не выйти, если только мы не доверимся Богу. Мы должны полностью капитулировать перед Ним и сказать, Господи, я пытался все обрядно, все исполнять, а в душе у меня так и нет радости. Это светлое состояние в душе у меня не наступило. Все как в гробу, темно. Освети это. Человек, он должен просвещаться каждый день, щи-щи-щи-щи делается. А не так, что старый человек, один бобыль какой-то живет, и смотришь, хуже и хуже с каждым днем. Мы должны быть все чище и выше, бо мы воскресшие. К верующим, как гробы окрашены, вообще не может относиться. Почему? Христос воскрес из мертвых, и сущим во гробе живот даровал.
Это фарисеи и книжники, только те, которые к народу не вышли. Если ты с народом, ты все время будешь очищаться. Он тебя будет поднимать, он будет тебя просветлять. Послание к филиппийцам. 1 глава 15 стих. Ибо может быть, он для того на время отлучился, это к Филимону, чтобы тебе принять его навсегда. Вот скрыто было, для чего человек жил вместе, обворовал и убежал. А потом наткнулся в тюрьме на Павла. И вот это слово «может быть», то есть это непонятно, что впереди будет. Очень часто встречается в речи Авраама, когда говорит, он может быть 50, а может быть 45, а может быть, он все пытался узнать. То есть мы не знаем, сколько праведников, может быть. Но Господь показывает за этим таинственным пологом, как за крышкой гроба сокрытая, его милость, его наказание. И если мы сейчас точно узнаем, что после выборов нам будет только хуже, мы одинаково должны Бога благодарить. Потому что за этим дальше от нас сокрыто, что еще будет. Поэтому не надейтесь, что с приходом нового царя у нас как-то что-то изменится. Так не бывает. Быстро и сразу, это только глупый надеется. Мы должны медленно, верно трудиться каждый день. И на своих плечах, на раменах молитвы нести всех, и священства, и ближних, и патриарха, и правителя, всех. А иначе ты будешь как гроб, ничего ты не знаешь, да, верующий, только одни кости. Но если Господь коснулся нас Духом Святым, мы скажем, ну, Господи, ты нас оживотворил, воскресил, и сравнение, которое ты дал фарисеям, никогда да не будет сказано тобой в отношении нас. Аминь. Идите, поклон.